Минометы и противотанковые гранатометы, запрещенные минскими договоренностями, боевики сегодня использовали против украинских военных в Широкино и Водяном. Днем наемники обстреляли наши позиции из гранатометов, а ближе к вечеру вели огонь из стрелкового оружия по укреплениям армейцев в Марьинке. Украинские военные, как сообщают в штабе АТО, подавили огонь противника. Ранение получил один боец.